Познакомьтесь с Озгюном Демирташем, академиком, экономистом, профессором, автором, докладчиком, инвестором, энтузиастом криптовалюты, советником и консультантом. Господин Демирташ родился в Анкаре, Турция. Имеет степень бакалавра в области электротехники и электроники в университете Багазичи, Стамбул, а также степень доктора наук США. В 2003 году занял должность ассистента профессора в городском университете Барух, Нью-Йорк. Позже был удостоен звания доцента, а в 2007 году получил научную степень. В настоящее время господин Демирташ работает преподавателем в университете Сабанджи. В основном известен как доверенный консультант в области финансовых прогнозов. Лично вкладывает средства в криптовалюты и утверждает, что они революционны и неудержимы.